Я не знаю, кто сомневается в том, что геноцид был. Мне-то страшно повезло, потому что я-то родился в Ростове-на-Дону, но у нас же полгорода Армения, Нахичевань. И мы там, конечно, видели людей, которые как раз от геноцида ушли под крыло Русской империи. Это несомненно было. Почему это нужно отрицать? Ну, уж не лучше ли покаяться просто? Знаете, еще тоже, я бы хотел сказать, что был хороший фильм о Томе Эгояне «Арарат». Хороший фильм. И там, помимо сюжетной линии, также еще были ряд интервью. Я хотел бы сказать, как мудро сказал Азнавур. Он сказал, я не буду сейчас, я могу наврать против истины, но это так, я не буду сейчас причитать и плакать. Почитайте сами исторические свидетельства, там все без меня сказано. Я армянин, и я хотел бы для сегодняшнего армянства задаться вот каким вопросом. Чем мы могли так рассердить соседей, окружающих этого тюрок? Что в нашем народе было не так, что мы так против себя целый народ подняли? Я бы хотел и русским людям, своим соотечественникам, рекомендовать почаще задавать себе подобные вопросы. Это нужно для здоровья нации. Значит, армянская нация, она очень здоровая, раз она смогла выжить, эту страшную беду пережить и задаться таким вопросом, скажем, в лице своего несомненного лидера. Дай Бог этому великому народу все-таки взять и когда-нибудь пережить эту страшную боль. И, может быть, когда-нибудь на этой земле воцарится радость. И вы будете восходить на Арарат, как вы века делали до этого. Может быть, так, обязательно так будет. Время.